Короче, монтирую видео и вижу в зеркальном изображении два голубя у меня на подоконнике. Чистятся. Друг друга чистят. Парочка, в общем, любовная. И сейчас что-то будет. Блин, хочу вам показать, но если я подойду, я их спугну. Если был бы зум, снять зумом, а так нужно подходить впритык. Секс, 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 секс. Их спугнул. Извините, голуби. Короче, вот только что я снял вам секс. Голубячий секс длится около 2-3 секунд. Поэтому трудно успеть заснять. И пришлось подбежать. Секс, секс, секс. Палоть. Держал рівно, не ворушив. Серьезная драка, как видите. Драка за территорию. Таня приїхала з Єгипту. Загорівшася гарно. І мені такого гарного слоніка привезли. Наш їсти жалко. Я цілий тиждень сидів вдома, поки ти в Єгипті була на відпочинку і монтував жесть. Замучився, очі болять. Але один раз я катався. Катали стріт, було дуже цікаво. До нас ще Іра підбігла. Іра. Така прикольна дівчинка. Я її гладив. Вона перша почала до мене приставати. Я її гладив. Вона така, знаєш? Така прикольна. Не знаєш її? Ну, короче, я її гладив трохи так. Вона облизувала мені руку. Яка собака, я не знала, що собака. Сіра собака тебе назвали. Бідненький слонік. Чи завжди? Навпаки, покажи, як ти. Мне немножко блога о том, как я монтирую. Вы спросите, почему так долго? Да потому что все виснет. Я покупал себе комп, копил год, целый год на комп деньги. Все равно купил 11 года бэушный, потому что на больше насобирать не могу. И вот все виснет. Смотрите, как это монтировать. Ну вот, тупо рывками все идет. Я не могу понять, вот, где нужно быстрые переходы сделать. Я не могу их сделать просто все. Видите, зависает. И как мне монтировать? Я каждый раз так... Останавливаем, мне нужно просто рендерить, сохранять, смотреть, опять переделывать, опять сохранять, смотреть. И так фильм часовой, просто 4 терабайта видео, это, блин, не знаю, 100 тысяч файлов, там, наверное, видеофайл. Короче, полный бред, так что не обижайтесь на меня, потому что я долго монтирую. На самом деле, я монтирую очень быстро, по 10 часов в день бывает, иногда сижу, но прикол в том, что вистит. Ну, смотрите, что это такое, ну, что это такое, вот. Ну как мне вот смонтировать? Каждый раз нажимаю пробел, и оно не прогружается. Вот, зависает. И в такие моменты я иду в контакт и сижу на несколько минут. Это быстро развисло, потому что короткий профайл, обычно там где длинные профайлы у кого, это капец, на 5 минут бывает зависает этот кружечек. Короче, крутится этот кружок. Я иду в контакт и отписываю всем там или в YouTube. И так постоянно. 2 минуты смонтировал, или один раз даже бывает, несколько секунд нажал пробел, все зависло, и пошел сидеть на 5 минут в интернет. Короче, пока развиснет. Вот такой вот монтаж. То, что можно сделать реально за месяц-полтора, делаю уже 5 месяцев. Вот деньги экономят не то, что время, а жизнь экономит, наверное. Ну что, ну смотрите, вот виснет и все. И как мне узнать, нужно ли здесь замедление, попадает ли оно под музыку? Да никак. Одно мучение. Но это еще норм по сравнению с тем компом, который у меня был. Это там вообще, я не знаю. Поэтому я вот смотрю видео, я смотрю, там музыка не попадает. Я сидел над некоторыми моментами, я в жесть 2 там сидел, не знаю, блин, просто по несколько часов, чтобы попасть под музыку в одном моменте. А в итоге получалось, что я смотрю через несколько лет вот сейчас видео, там все равно не под музыку.
Ну вот, прогрузила. И вот рывками. Зачем мне рывками? Мне нужно нормально видеть, что я монтирую. Вот и как смонтировать. Сидишь над одним видео, что можно сделать за 2 часа, неделю. Бесит просто ужасно. Уже 4 терабайта видео у меня заполнено. Я покупал этот комп с 1 терабайтом, потом я купил терабайтом. Потом я еще докупил 1 Винчестер. И потом еще куплял 1, потому что... блин, почему не обрезает? Короче, потом сделаю. В общем, нужно было все жести скинуть мне, естественно, на комп. И, естественно, я покупал Винчестер, и моего материала может на 1,5 терабайта, но всех остальных там еще на 1 терабайт минимум, и всяких крэшев из Москвы. В общем, я забил все 4 терабайта, и еще нужно было, купив дополнительный Винчестер. Не хотел его покупать, но нужно было по-любому купить, и для меня тоже. Сэкономив на велосипеде, купил деньги, потратил на Винчестер, но потом я подумал, так, а если вдруг все пропадет, нужно еще один купить, чтобы хранить запасную информацию на всякий случай, точнее, ту же информацию, что есть на запасном Винчестере. И купил, вот вы спрашиваете, почему я на порванном седле катаюсь, и педали у меня брещат, да потому что мне нужно было купить Винчестер за 3000 гривен, это больше 100 баксов, чтобы хранить еще это все в резерве. Поэтому вот все вкладываю в этот фильм. Пора худать, ребята. И все, что есть плохое, выбрасываю. Больше не покупать. Единственное, конечно, пробую крекер клевать. Бедненький. Бедосечка, бедненький. Не можешь клюнуть, он же тверденький. Бедненький. Оу. Король крекера, зато топчется по нему. Получилось, да? Не получается, да? Не получается, не выходит. Але ти все рівно клюєш, ти не здаєшся. Ти такий, як я. Твій характер такий класний. Я тебе люблю, голод. На. Хлібчик. Покормлю! Голу покормлю! Надо пісню записати якусь таку. Я преодолеть в следующий раз. Короче, купилось, что... У меня печальная новость, друзья. В общем, машинка стиральная поломалась. Это значит, что деньги с подвеса я потрачу на стиральную машинку, потому что постоянно падает грязная одежда. Кукуруза. Попробуй. Тильки. Одна единственная проблема я. Здесь у меня проблемка немножко. Это немножко разваливается. Самый маленький герочек из банки для тебя случай. Малюсенький. Маленький. Кем прикольный? Вообще маленький. Давай ешь я. Даже маленький. Кукуруза, кстати, Таня. Ей дуже подобається. Ой. Масло налив. Ой, случайно. Короче, кукуруза, я дуже люблю кукурузу, і Таня любить. І рекомендую для тих, хто живе в Рівному, є кукуруза Novus. Є промо-марка, вона невкусна, і вона стоїть на гривню дешевше. Доплачуєте 1 гривню і берете саму дешевшу кукурузу, яка є в Рівному, і саму смачну. Хто їв бондюель, це те саме на вкус, така сама сочна, і така сама солодка, але не така... Якась та, ну як бондюель, вона засильно солодка. Бондюель якась більш не хімічна. Не хімічна, вкусна, да, але, да. А це як натуральна, вона стоїть 2 рази дешевше, навіть чуть більше, ніж бондюель. Коротше, 14 гривень тільки що взяли. Фасоль. Далі. Цибуля. Далі ананас. Ти може встанеш чи ти важко? О, ладно, сиди. Це ж і так нормально. Видимось? Так. Да. Кукуруза. Далі. Вкусно? Да, класно на нас. Яблочко. Все класно? Да, все. Давай, яйца. Варені яйця.
Салат готов. Дальше заправляете по своему вкусу. Вообще нужен майонез, но я не майонез, Таня будет с майонезом, я буду без. Очень вкусный салат, к нему не нужно ни гречки, ни рис, потому что здесь есть и белок, всё. И все есть. Даже миссия. Еще тут черный залышился. Выбачьте. И там черненький. Выбачьте, пана. Мистер. И тут еще. И тут. Так. Капец. Обрезаешь. Так? Да, что нет, так. Пускай, да, до родич. До родича? До родич уже там приют. Потроху. Все. Все. И все выполнено. Особливо вечеря, потому что Таня мне подарвала тарелку. Классно будет. Она тебе подобається. Вона рожева. Це не улюблений колір, і вона вписується інтер'єром, як і мене. Така класна, да? Що в мене є? Я буду так їсти. Да, і мазати не хочу. Тут буду їсти. Все? Це ж багато. Я собі налью. Це ж мало. Не люблю таку велику дирку. Вибач, я хотів маленьку зробити, звичайно. Що ти скажеш мені, бутерброд жирненький? Скажи мені щось. Сир ти мене любиш? Да, я люблю тебе, Міша, так як ти мене сильно трогать, жмякать, жимать, ти такий апетитний, жирненький. Міш. Що ти зробив з бутербродом? Що, давно не пить? Да. Mm-hmm. Просто в мене рука, бачка, широка. Привик обхватувати щось широке. Меня бесит, мои педали бесит. Зажгла дыра здесь. Сегодня установил здесь две штуки.